Привет, меня зовут Вячеслав. Я играю в покер порядка 10 лет на уровне хобби игрока. Ну, стабильно 0 или минус. Решил заниматься покером более плотно и записался на курс Poker Pro. Ну и, собственно, этот курс только что у меня закончился. Что хочу сказать. Вообще, в принципе, информации очень много. Перевернуло вообще мое мировоззрение. По покеру. Все вот то, что происходило в течение вот этих вот 4 недель. Очень много домашнего задания, которое тоже очень полезно оказалось. И, соответственно, уровень игры, я думаю, у меня вырос. Пока он вырос только в офлайне. На онлайн у меня пока не хватает денег. Пока комплю свой банкролл на NL2. Уже за время курса 2 раза поднимался на NL5, но пока неудачно, пока откатывался назад. Но в целом тенденция положительная. Графики EV показывают, что все нормально. Ну и, собственно, буду обучаться дальше, буду продолжать в перспективе. Надеюсь, что через годик выйду на освобождающий лимит и буду зарабатывать покером. Всем удачи. Надеюсь. Отзыв был полезен. Всего доброго.